Дорогие друзья, здорово! Сейчас я расскажу вам, как найти зачинщицу Руби. Итак, первым делом вы получаете информацию от Тита Харди, что Руби находится на другом берегу. Сейчас нам нужно опросить прачку. Сначала она вам ничего не сообщит. Нужно попасть в ее дом и под половицей найти пулю. Потом с этой пулей обратиться снова к ней. Тогда она вам скажет, что Руби отправилась вверх по побережью. Отправляемся в левый верхний край карты, к большой фреске на здании. Здесь вам нужно обязательно пройти белую проверку на трепет. Пройдя ее, вы узнаете, что она находится под этим зданием. Попасть туда можно двумя способами: через лестницу или через канализацию. По лестнице нужно пройти будет проверку на эквилибристику, а через канализацию проверку грубой силой. Если у вас слабо раскачан трепет, не переживайте. Игра вам даст очень много повышенных повторных шансов за выполнение следующих квестов. Список квестов у вас на экране. Всего вам доброго!